Беларуси накануне Нового года выберут молодежную столицу 2015. Об этом сегодня говорили в Минске во время итоговой пресс-конференции БРСМ. Как сообщила журналистам начальник управления Минобразования Наталья Пшеничная, мэру города-победителя будет вручен большой символический ключ. Он уже изготовлен и ждет. На конкурс было подано 10 заявок. Его планируют сделать ежегодным. Также сейчас специалисты готовят изменения в закон о государственной молодежной политике. Более того, в следующем году БРСМ намерен создать бизнес-инкубатор для молодых изобретателей совместно с технологическим парком «Политехник». А в этом году только в рамках конкурса «100 идей для Беларуси» к нам со всей страны поступило более 2000 проектов. И многие из них действительно носят характер такой коммерческий. То есть ребят не просто делают проекты, а они заинтересованы в том, чтобы и зарабатывать, почему бы и нет, приносить пользу и себе, и стране. В этом году более 70 тысяч ребят трудоустроились в 4000 студотрядов. А волонтеры благотворительного проекта БРСМ «Доброе сердце» собрали и перечислили на лечение детей более 180 миллионов рублей.